На выборы депутатов городской думы было выдвинуто 26 кандидатов по 13 одномандатным округам. То есть единороссы поставили задачу, чтобы на каждом избирательном участке баллотировался кандидат от «Единой России». По партийным спискам было выдвинуто 20 кандидатов. Прежде чем состоялось голосование, кандидаты получили напутствие от руководителей местного отделения партии и от депутатов Законодательного собрания Ростовской области. Сегодня никто не мешает влиться в наши ряды любому талантливому, неравнодушному человеку с активной жизненной позицией, интересной идеей и искренним желанием трудиться, брать на себя ответственность за результаты своего труда. «Единая Россия» и «Народный фронт» — это единая площадка для реализации самых амбициозных задач. Путь к этой цели у нас один. Если мы ставим перед собой четкую и конкретную задачу развития экономики города, созидания в нем комфортных условий труда и отдыха, мы должны быть жизненно заинтересованы в сохранении политической стабильности и в спокойном поступательном развитии. Я прошу искренне всех присутствующих сегодня однопартийцев поддержать выдвинутых кандидатов и заверяю вас, у нас не будет базы разногласий, у нас будет командная работа. Мы не будем рядом, мы будем вместе. Спасибо. 2 месяца назад мы с моим коллегой получили добро от вас на выборы 8 сентября в Законодательное собрание. Я сегодня хочу сказать слова благодарности и прошу поддержать моих коллег, которые тоже решились на столь ответственный шаг участвовать в выборах 8 сентября, представлять интересы наших горожан от лица «Единой России» в городской думе. Затем состоялось тайное голосование, в результате которого были определены кандидаты от «Единой России». Их фамилии будут внесены в избирательный бюллетень на выборах депутатов городской думы 8 сентября 2013 года.